Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате ибупрофен. Ибупрофен выпускается в виде таблеток 200 мг. Действующим веществом является ибупрофен. Он относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов. Имеет действие обезболивающее, жаропонижающее, а также противовоспалительное. Применяется для лечения острой боли с легкой средней интенсивности, при головной боли, зубной боли, в спине, мышцах, суставах, а также для лечения жара при простудах, воспалениях. Ибупрофен необходимо запивать водой, не разжевывая. Его назначают взрослым, а также детям, если масса тела больше 20 кг. Это возраст примерно 6 лет. Рекомендуемая суточная доза препарата составляет 20-30 мг на килограмм массы тела. Детям с массой тела 20-30 кг, это возраст 6-11 лет, по одной таблетке на прием. Повторно применяют через 6 часов. Нельзя превышать дозу 3 таблеток в сутки. Взрослым и детям с массой тела больше 30 кг по 1-2 таблетки. Не превышать дозу 6 таблеток в сутки. Лица пожилого возраста не нуждаются в специальном дозировании. Противопоказаниями является повышенная чувствительность к ибупрофену или любому другому нестероидному противовоспалительному препарату, например, ацетилсалициловая кислота. Также при тяжелой сердечной недостаточности, тяжелом нарушении функции печени или тяжелом нарушении функции почек. В первом и втором триместре беременности следует избегать применения препарата. На способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не влияет. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.